Фестиваль приемных семей в Оренбурге состоится уже в шестой раз. В этом году на сцену парка 50-летия СССР с творческими номерами выйдет около 7 приемных семей. Этот праздник организует благотворительный фонд «Сохраняя жизнь», деятельность которого как раз направлена на помощь для опекунов и усыновителей. Мы, с одной стороны, показываем, во-первых, как сложились судьбы детей, да, то есть, а с другой стороны, мы показываем, сколько труда вложено и какие замечательные получились дети. Каждого члена семьи по итогам конкурса будет ожидать достойный приз. Помимо конкурсной программы в парке будет работать 25 тематических площадок для всех горожан. В этом году ожидается забег на самокатах, шоу воздушных змеев, площадка с мастер-классами по рукоделию и рисованию. Для приемных семей будут работать площадки с психологическим консультированием. Это все-таки благотворительный праздник, то есть все собранные средства у нас пойдут на реализацию наших проектов, на помощь детям в детских домах, на проект, который у нас называется «Вернуть детство», где мы помогаем именно приемным семьям и детям, пережившим тяжелую психологическую травму. Фестиваль «Рожденные сердцем» состоится 5 июля в 17:00 в парке 50-летия СССР.